Йоу, привет, друзья, с вами Антон Звягинцев. Наконец-таки хорошая погода, скейтерский сезон уже начался, и я начинаю снимать видео на улице. Мы теперь не в студии, все, теперь катаемся, учимся делать новые трюки и снимаем много фанового скейтерского контента. Сегодня я катаюсь в скейт-парке в Кисловодске, это достаточно классный и большой скейт-парк. Он является тренировочной базой для нашей федерации скейтбординга, и сегодня мы здесь будем тестировать весьма необычную штуку для скейтборда. Многие из скейтеров даже не знают, что это такое, а я вам сейчас покажу. Это у нас сегодня будут скейт-стопперы. Не знаю, откуда они появились, мне их кто-то подогнал, я еще на них не катался. Это такая штука, которая надевается на колеса, и тем самым ваша доска никуда не уезжает. Тем самым вы можете учиться делать трюки, то есть просто банально на месте делать олли, учиться делать кикфлип и, там, например, щелчок. Потому что, когда только учишься кататься, садишься на доску, и она из-под тебя начинает уезжать, вот так. И чтобы не идти куда-нибудь там на траву или там поставлять какие-нибудь камушки под колеса, придумали вот такие вот штуки. Поэтому сегодня мы с местными райдерами из Пятигорска, Кисловодска будем играть вместе Game of Skate и посмотрим, кто самый лучший начинающий скейтер на скейт-стопперах. Так что поехали! Ну что, ребята, собираем нашу чудо-конструкцию. На самом деле, название скейт-стоппер как-то звучит странно, потому что скейт-стопперы обычно делают на перилах где-нибудь там в Штатах, на гранях, чтобы челики не катались и не скользили по этим граням. А это, блин, не знаю, скейт-резинки, поэтому что-нибудь креативное, пожалуйста, напишите в комментариях, придумайте. Самый лучший комментарий я выберу и оставлю его за крепи. Давно я всякую дичь не делал. Так, ну, натягиваем нашу резинку на колесо. Ну, в принципе, это как-то выглядит вот так. На самом деле, хочется сказать, что они могут поехать, но я думаю, из-за того, что они резиновые, никуда они не поедут. Так, одно колесо сделали, теперь сейчас второе. По-моему, я такой видос видел на Брейле, превьюшку, но сам видос не видел, как они там катались. Поэтому сегодня, ребята, у нас будет совершенно новый экспириенс, так как никто здесь не знает про эти штуки. И я в том числе не знал. Они просто были, я всегда хотел их затестить. Вдруг это окажется какой-то метой, на которой можно будет просто научиться все самые топовые трюки. Это будет же супер классно. Так, ну что, вот такой вот у нас получился трактор. Такое ощущение, что это скейт предназначен теперь для катания по какому-то дёрту, потому что у нас цепи как будто на колесах. Попробуем сейчас сделать первое олли, и затем подойдем к ребятам и продолжим сыграть в Game of Skate. Ну что, наша дощечка готова. Такими вот странными, необычными колесами. Посмотрим. Она не едет. Слушай, блин, стоит как вкопанная, вообще. Вот я хочу куда-нибудь ехать, но вообще не... Вот только если вот так. Блин, прикол. Так. Ну, балансировать, стоять на месте... Держать баланс, например, если ты впервые ставишь на доску, достаточно легко. Ну что, по классике кикфлип первый. Блин, необычное ощущение. Она как будто... Сейчас, еще раз. Она как будто прилипает почему-то к задней подвеске. Так, ладно, олли. Блин, ну это забавно, это очень забавно, поэтому погнали тестить, посмотрим, кто будет лучший в Game of Skate на скейт-стоп-колесах. Итак, ребята, вот они, эти легендарные скейтеры, Саня, Вика, Леня, Мусрим, лучшие райдеры города Пятигорска, собрались сегодня в Кисловодске, чтобы покататься на супер необычной доске. Сегодня мы будем играть в Game of Skate на скейт-стоппере! Как сказали ребята, это Game... Как ты сказал, Муслим? Game of Skate Stopper. Game of Skate Stopper. Game Stopper. Да, Stopper Game. В общем, если вы не знаете, эта штука нужна для того, чтобы учиться кататься на скейте. Как бы это странно ни звучало, но доска не едет. Поэтому сегодня мы будем играть скейт на месте. Да. Флэт на месте. Флэт на месте. Посмотрим, кто самый лучший флэтер на месте. Кто-нибудь играл с вас в скейт на месте хоть раз? Нет. Да, на месте нет. Нет? Нет. Тогда поехали. Давайте.
Воу! Считаем? Давай, чувак. Надо реплей по-любому. Как ощущение вообще? Очень странно. Очень странно. Ты привыкаешь? Она как будто прилипает. Да, все. На обычной доске ты вземляешь, и есть вот такие движения. А здесь просто раз, и все. Еее! Все. Самый прикол, что тут уезжать не надо. Тут нужно всегда быть на месте. Блин, пипец. Такая штука. Она как-то выпрыгивает, но да, да. Тяжело. Давай. Слим, треху реверта сделать. Ее, Оля. Я просто почувствовал. У всех бывает эта ошибка, доску чувствуешь. Оля ревет, да? О! Засчитано, нормально. Стоямба! Выше уровень. Что это? Вырел! А ну не чокнула! Самый чистый хил был, вообще, респект. Блин. А, сейчас, давай. Хил тебе попробую. Да что за... Хард флип. Что? Бэксайд, пацаны, ты чё? Бэксайд. Так это вот такой. Ну как его, я не знаю. Нет, офигенно, нет, круто. Ты будешь с ревёртом. С ревёртом. Я его делал по воздуху. О! Есть! О! Ха-ха-ха-ха! Так, это что, это ноль было? Это что? Это ноль? Это дополнительно сверху. Кайф. Вот, вот. Стой, стой, стой! Воу! Так, а о чем мы догадываем всякие вот такие трюки? Так можно было. Ну, если регуляр, то правый. Или сделаешь. Ты это снял или нет? Есть! Фингер флип! Дабл вариал прима флип. Вот. Да! Никому не выпрыгивай. Ребята, скейт Майнкрафт мы сыграли. Я, честно, для себя понял, что на этой доске отлично учиться Олли и всякие фристайл трюки. Ребята, что скажете? Леня, давай. Что для тебя? Это безумно непонятная штука. Я такое, не проверял, не катался на таком раньше. Это катанием даже не назовешь. Но в целом, как сказал Антон, это реально очень поможет научиться Олли именно базовому щелчку. И это намного безопаснее, чем учиться на асфальте, или на плитке или на бетоне. Поэтому для начинающих прям очень вернуто. Хорошо. Самое главное, что это рэп-щелчок. Пацаны, что вы думаете про такие защитники? Про такую конструкцию. Если вы очень долго катаетесь, вам скучно уже от обычного катания и хотите разнообразить свою жизнь, пожалуйста, по вашему представлению, GameStopper. Игра, которая прокачает ваш щелчок до рэп-уровня. Не, ну я в принципе согласен с Леонидом и Александром. Это очень хорошая штука для того, чтобы научиться Оле, но я думаю, не более. Учитесь, прогрессируйте, развивайтесь. Вот так вот. Ребята, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на ребят, все ссылочки будут в описании. Катайтесь на скейтборде и не забывайте ставить максимальные экстремальные лайки. И увидимся на споте. До новых встреч. Пока-пока!